Иди ко мне, иди сюда, иди, мой золотой. 350 кошек. Именно столько питомцев было у Юрия Куклачева за всю его жизнь. Ой, эти мои золотые, хорошие, ой, эти мои умницы. В этом году его театру исполняется 25 лет. По словам Куклачева, у каждой кошки в его театре своя роль, в зависимости от талантов. Самые активные выполняют трюки, а самые терпеливые просто красиво лежат. Считается, что кошек очень-очень сложно дрессировать. Но у Юрия Куклачева они могут делать самые разные трюки, ходить на передних лапах, они прекрасно участвуют в спектаклях. И вот эта кошка Сирень, мне сейчас показали, как ее правильно держать, видите, как она себя послушно ведет. Более сотни кошек живут в 10 вольерах в здании театра. Все породы мира у нас здесь представлены. И мы через любовь к животным мы находим путь к сердцу ребенка. На юбилейный спектакль в театре пришли воспитанники детских домов и дети из малообеспеченных семей. Выступает в театре вся семья Куклачева. Его правая рука – старший сын Дмитрий, которому работать в театре не мешает даже аллергия на кошек. Куклачевы выступали с гастролями во многих странах мира, но больше всего им запомнились гастроли в Британии. После въезда в страну кошки должны были полгода пробыть в карантине, но ждать так долго Куклачевы не могли. Пришлось нам наловить всех животных в лесу. То есть вот в британском лесу под Лондоном мы наловили вот этих животных, и в городе Ямов, который тоже недалеко от Лондона находится, мы с ними занимались. Через 3 месяца общения с этими, можно сказать, лесными дикими существами мы нашли общий язык. В ответ на критику защитников животных Куклачёва уверяет, что содержат кошек в гуманных условиях. По их словам, травм их артисты не получают.